Так давайте подытожим, как манипулировать мужчинами. Вот я когда пообщалась со своими вот этими мужиками женатыми, когда с ними поговорила на тему, что им нравится, что они хотят, чтобы женщина в отношениях делала, и что не нравится, они просто примерно одними же словами сказали про одни и те же вещи. Они хотят, чтобы ими восхищались, они хотят, чтобы их благодарили, и они хотят знать, что мы без них не можем. Это просто три таких на поверхности манипуляции. Вот взять любого мужика и выстроить с ним такие отношения, что я без тебя не смогу. Я без тебя не смогу, ты самый лучший. Все, что ты делаешь, вообще самое потрясающее. Все, все классно, понимаешь, мне все нравится. Я тебе благодарна за то, что ты это делаешь для меня. И все. На самом деле я знала, что это так. Но я думала, что это скорее мы себе бабы надумываем, что ну, что-то посложнее должно быть, ну как-то посложнее, ну как-то слишком просто, нифига. Вот я только поговорила по телефону с одним из своих друзей и задала вопрос, я ему сказала вот так, вот так, вот так. Так что три самых главных манипуляции над мужчиной – благодарить его, говорить, что без него ты не сможешь ты без него, без его помощи. И третье – восхищаться им. Давайте пробовать. Ну а что ты смотришь? Теперь живи с этим. Живи и понимай, когда женщина с тобой ласкова, она тебя благодарит, она говорит, что ты ей нужен, и без тебя ей плохо, ты теперь знаешь точно, что это всего лишь манипуляция. Ну, пока ты сегодня ей нужен, она будет себя так вести. Завтра перестанешь быть нужным, она скажет обратное. Живи с этим. Твоя же именно так сейчас говорит.